В минуты, когда вы смотрите этот репортаж, красавец-пограничный корабль, словно уставший от длительного штормового похода богатырь, стоит у стенки базы. А еще вчера сторожевой корабль имени 70-летия ВЧК КГБ вдали от родных берегов выполнял боевую задачу по охране тихоокеанской границы нашей страны. Здесь, на тихоокеанских рубежах, все ощутимее становится влияние новых подходов советского правительства в решении международных вопросов. Спокойнее стало и на границе. Сегодня на корабле обычный день. Экипаж выполняет задачу по охране границы. Но вот приборы обнаружили неизвестное судно у юго-восточных берегов Камчатки. Считанные минуты на уточнение курса и квадрата, где находится это судно, и с борта корабля уходит вертолет. Но, как оказалось, новенький камчатский колхозный траулер «Витус Беринг» работает в пределах правил и, как говорится, в своем огороде. Вертолет берет курс к кораблю.